Эту игру я тоже играла. Сейчас. Но я точно не помню, проходила я ее или нет. И это было очень давно. Вот прям очень давно. Я помню только динозавров. И все. И так фильм. Такая громкая заставка. И помню моменты с вспышками захват баз. Давай. Для вас герои, которым нужно поддержать форму, ну, средняя. Навык. Убийство врагов с тяжелым оружием тоже есть в игре. Честно сказать, я аж не очень люблю игры от первого лица. Но это почему-то мне нравится. Космос. Земля. Земля. Ближайшее будущее. Конец 20 века. Сюжет я ее, кстати, не знала. Это мелко. Землю охватила ядерная война. Из радиоактивного пепла Америки восстанет новый солдат. Это обо мне? Это обо мне? Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Montreal. Какая игра от него? Мозг в норме. В этом случае, если я не настроила звук адекватно, а оно так и будет. Снижает до половины. Приводы рук и ног в норме. Сердце в норме 130%. Он сильный. Загружаем программу. Музыка прям ускорилась. Возвращением, сержант Рекс Пауэрконь. Теперь вы Марк 4. Получеловек, полумашина. Это киберсолдат. Мне нужна твоя одежда. Просыпайся, сукин сын. Технари говорят, ты подтормаживаешь. Нужно подкрутить настройки. Ты чё, ругаемся сходу? Я-то в отличной форме, брат. Спайдер. Любой мужик позавидует. Я смотрю, у тебя одни Рекс. Мужики на уме. Мы почти у цели. Загружаю приказы терновника. Ваша цель — проникнуть в бункер противника и достать планы их операций. Огонь на поражение. Уровень угрозы черный. Повторяю, черный. Требования Женевской конвенции игнорировать. Так кого нам нужно разнести, лейтенант? Неважно, сержант. Но черный уровень означает одно. Там полно солдат. Хреновые новости, Спайдер. Тревога, тревога. РТ-дрон 7-3 обнаружен лазерным радаром. Уклонение. Уклонение, уклонение, уклонение. Это то, о чем я подумал? Ха, прям как тогда, в Центральной Америке. Пора повеселиться. Да? Игра началась? Он не сразу заводит. Штуки надо.
музыка закончилась. Сажай нас, живо! Полет по заданному курсу. У каждого своя работа. Я ищу фокус-покер. На фоне играем. А я их отвлекаю. Покажем этим уродам, как работают киберсолдаты. Пусть знают, что такое Марк 4. Звука этого вообще нету. Я под пустоту. Ручное управление. Включай обучение. Объект сержант Рекс Пауэр Кольт. Принято. Загрузка базового руководства. Пакет 101. Армейская навигация для чайников. При скрытном перемещении оружие убирается. Ну ты и сволочь. Пока! Хорошо, я умею читать. Да твою ж мать! Надо чувствительность чуть-чуть, наверное, убрать. Вот. Если хочется. Спайдер, ненавижу. Да пойдем уже, хватит. Пригнитесь, чтобы стать ниже. Хорошо. Убейте меня кто-нибудь. Чтобы оглядеться, оглядитесь. Спасибо, чтобы оглядеться. Это не круто. Перемещение перемещает вас в разные места. Ну, пойдем. За что? Бег — это как ходьба, только быстрее. Черт. Классно. Это руководство мешает вам заняться резней. Ой, там надо бегать. Прыгать. Подкравшись к противнику, можно убить его ножом. Да, спасибо. Бегем. Я крадусь к тебе. Пока кинуть там. Метки позволят легче найти противника. Это гранат мне. Ну, нет. Я нажимаю, почему он не нажимает? Ну игра, ты уже балуешься, вот. Понятно. А, то я? Броском Дайса. Задрот. А ты чё ругаешься? Что это за кухня? ЕО0. Я не вижу, что это за буква. Ноль? Нет, это... Е? Нет. А? Ага, вот это я. Я с этим пользоваться не буду. Спайдер, они из группы Омега. Не нравится мне все это. Я прикрою. Душа у тебя то, что надо. А, вы мне оружие. Дарю! Убийство ножом можно выполнить серийное убийство. Хорошо.
Ку-ку. Ку-ку. Сердце давай сразу. И ты тоже, сердце. О, и этот может сердце. А ща, ща. Я лишь сердце заберу. Можно залезть выше. Правда? Загрузка советов азбуки войны. Датчик обнаружения пользуется, когда враги мутная свечка. Лаз заполняется, он начинает мигать, если вас обнаружили. Ты чего? О, мне оружие дают? А хватит! Селектор оружия. Это не тот селектор, по которому ведут переговоры, но так даже лучше. Удерживать аптечка. Хватит, хватит. Ненавижу долбанное руководство. Особенно это. Все правильно. После убийства ножом вы можете убить ближайшего врага сюрикеном. Спасибо. Лучше отключить сигнализацию, пока врагов не стало больше. Не оставляйте никого в живых. О, они меня уже видят. Если шкала заполнена, враг может вас видеть. А, спасибо. Ща-ща-ща. А кто-то ж наверху стреляет, правильно? Подкрепление. Класс. Сердце свое сюда. Ой, ой, ребят, тише, тише. Ой, там типа снайпера, все дела, да? Кого-то там стрелял. Сейчас убью. Мастер. Это был мастер. Ничего, с пистолета ходила. После убийства ножом вы можете убить ближайшего врага сюрикеном. Сделаем вид, что я хотела попробовать сюрикен. Школа закрыта на лето. Школа закрыта навсегда. Лучше отключить сигнализацию, пока врагов не стало больше. Сейчас сердце заберу. А где сигнализация? Надо их зрением посмотреть, да? Если шкала заполнена, враг может вас видеть. Спасибо. Тихо, тихо. Так, эти кругаля едут, да? Веселый у них занять не кататься, конечно. О, где? Тихо. Мы пытались пойти драться. Ничего не получилось. Ой-ой. Лучше проезжайте мимо. И как?
да, не война. Тихо, тихо. Не оставляйте никого в живых. Подкрепление. Ну ладно. Пашку валить. Дай сердце. Ой-ой, ой-ой, простите, я хочу просто сердца собирать. Не дергайся. Сердечки. Сердечки. Что-то только эти двое остались? Да, вряд ли. Папочке нужно лекарство. Да, тихо, тихо. Да, почему ты оружие сменил? О. Тихо. Давно я не играла в стрелялки, просто ужас. Ты чё, дурачок, что ли? И чё? Думаешь, убил? А вот... Виквам! Он уже никого не возглавит. Угу. Где ты там? Попало, не попало. Туру-т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 уру. Пожуй гранаты! Здесь никто не убьет сейчас. О, тут тоже дыхание я не задерживала, когда стреляла. Еще один сгорел на работе. И не говори. Не туда надо? А. Задача выполнена. Терновник, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Но спятил, мы должны знать, почему.
Скопируйте данные с сервера в бункере. Рекс, это Слоун. Полковник Айк Слоун. И я с ним служил, Спайдер. Что, мне стрелять? Кто угодно мог тронуться, но не он. Так ты готов садить старика пулю? Давай доберемся до места, а там разберемся, что к чему. Да, мы готовы с ним стрелять. Кто кого получил тогда? Уничтожьте всех бойцов Омеги, защищая Спайдера. Есть кто? Да, это вот Омега. Обнаружен тяжело вооруженный противник. Нелегко придется. Спасибо. Спасибо. Хоть где-то я гранаты буду использовать. Сердечко. Напоминаю, после убийства ножом можно выполнить серийное убийство. Куда ты пошел? Стой! А может умереть, пока это я... Это же универсальный сборщик 8000-й модели. Из-за них в Детройте людей рабочих вообще не осталось. Люблю я это. Пока я сердца собрал, может умереть? Тебе туда! Вали всех ублюдков подчистую! Используйте мозги, чтобы подкрасться к врагам и оказаться прямо над ними. Спасибо, он уже был. О, да! Эти штуки не взрываются? Вот, а мы тут оставили. Это было случайно. Теперь я просто искала лейтенанта. Ага. Так. Деньги. А те, тот ящик где? Наверху? Я его упустила? Или он впереди? Действительно, все-таки большая. Понятно. Настройки. Элементы управления. Еще чуть. Чуть.
означают эти вот штуки? Это типа подслушать или что? А мне надо было подслушивать что-то? Что это? А, это тревога. Где ящик? Вон дальше? Ух! Красное копье! Баллистическое. Я думал, эту дрянь всю списали. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Думаю, лучше не знать. Интересно, да, что же внутри может быть? Так, тебя отсюда охранять, да? Задача выполнена. Сервер найден. Вот он! Мы нашли сервер. Сливайте данные. Давай колдуй, лейтенант. Эй, завидовать старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кимпл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю! 5, 4, 3, 2, 1. Система безопасности включена. Предстартовая проверка. Подготовка к удару по штабу противника. Вертодром, засёмте боевые сигналы. Много, движутся к вам. Готовятся к запуску. Лейтенант, я тебя прикрою. Давай! Задача. Прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. Придется подключиться напрямую. Нейропроцессор может накрыться. Спайдер, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребенок. Рекс! Если не выйдет, скажи им! Скажи, я погиб за свободу! Сам все и скажешь. Понял меня? Ладно. Была не была. Так, я прошел первый уровень защиты микроботов. Давай. Пойдем. Хотела сердечки пособирать, но ладно. Смерть! Куда? Применяю обратный код. Почти получилось. Куда? Ой-ой, подожди. Декодирую слоты проца. Не мешай мастеру, малыш. Конечно, тебя там уже... Прикрой мою задницу! Я что делаю? Ах.
Прости, не могу, плохо все у меня. Задача выполнена. Сердца у других забрать. Задача провалена. Что? Проверка завершена. Координаты загружены. Спайдер, соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт, вертодрон 7-3. Срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодрон 7-3 уже в пути. Ракс, слишком много данных. И поврежден! Кровь! Кровь! Удар по штабу. Предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать? Запуск идет автоматически! Найди главный пульт! Раз... Что? Разломай блок зажигания на пульте! Стреляй по мозгоблоку! Рэк, стреляй! Черт! Комп, где здесь пульт управления ракетой? Принято. Выделяю цель. Задача. Уничтожить резервный блок зажигания. Ракета готова к пуску. Ага. Отсчет до удара продолжается. Откат памяти в секторе Альфа-Альфа-Зулу. Ой. Зачем ты это показываешь? Сектор гамма, дельта, дельта. Откат памяти. Ой. Корректировка отсчета. Запуска 30 секунд. Отвяньте. Откат памяти. Корректировка отсчета. Это наверху? Запуска 90 секунд. Сектор танго, хвата, остров. Откат памяти. Корректировка отсчета. Запуска 15 секунд. Сектор риски танго фактрот. Откат памяти. Корректировка отсчета. Так, откуда? 40 секунд. Надо с большим разобраться. Их еще и два. Сюда. Тут времени нет никакого. А ты что сюда спустился? Скорей, 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 убежим! Отличись, они. Допустим. Отсюда? Ты серьезно? До удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зулу. Я просто так думала. А коленки потом как стерты должны быть. Управление зажиганием отключено. Отсчет остановлен. Отчет если у него там человеческие части. Отсчет остановлен. Вертодрон 7-3, на подлете. Мы остались одни, да? Перезагрузка. Готово. А, нас нашли. Полковник, связь восстановлена. Спасибо, Дарлинг. Доктор Дарлинг.
Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Капитан. Капитан Джейк Воробей. Полковник Слоун, это же мы. Сержант Рекс Кольт. Лейтенант Дити Браун. Ну, конечно. Что, они послали убить меня? Вас? Вот кто? Настоящие безумцы. Дарлинг, это два настоящих Марка 4. Экстра-класс. В прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да, плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Как он наше плавает. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь? Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Марки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? Напополам? Любого можно укротить или заткнуть навсегда. Нет! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение. Ну почему не из этого? Прием. Сержант Рекс Кольт? Кто это? Ой. Доктор Элизабет Дарлинг. Я настроила связь, пока осматривала вас. Ой, как ярко. Слоун перекрыл связь с термодуком. Черт, что это было? Высылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Я ненавижу Слоуна. Ладно, док, каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только так. Что? Эй! Эй! Сканирую пещеру. Обнаружен выход. Задача — выбраться. Внимание! Вы безоружны и совершенно беззащитны. Хорошо, хорошо. Этот остров полон секретов. Видеокассеты и реликты ушедшего мира кино. Заметки Карлайла. Дело рук одной... Имена ученого, телевизоры со странными программами, множество животных, которых можно убивать. Ищите тщательно, и ученые возродят с новыми приспособлениями для оружия. Встреч с... Это... Ща. Ага. Рейк и Спайдер всегда были лучшими друзьями, а смерть и превращение в киберсолдат сделали еще и пары неуловимых машин смерти. Ничто не в силах разделить, и даже разница в денежном удовольствии. Лейтенант Браун полагается на Рекса, когда дело дохода, тяжелая работа, его специальность — взлом. Проникновение и дерзость. Рекс Спайдер — последний из уцелевших Марков 4. Говорят, что полковник Слоун родился ножом на зубах. В свои лучшие годы Слоун был идеальным бойцом. Слоун. Этот киберсолдат стал образцом для всей группы Омега. Все их боевые подпрограммы основаны на его опыте и навыках. Понятно. Когда сержанта Кольта буквально вытащили с того света, превратив киберсолдата, он стал лучшим образцом серии Марк 4. Торжество киберхирургии, правда, сделало его воспоминания о прошлой жизни дырявыми, точно решето. Но служба в группе Омега и верность полковнику Слоуну не заставляла ему времени на переживания. А затем начался выпуск серии Марк 5, и Кольта признали устаревшим для группы Омега. Правда, ему сообщить об этом забыли. Понятно. Так, заметки. Заметка Карла 10. Мы начали эксперименты по использованию крови драконов в качестве оружия. Если мои расчеты верны, а они верны, мы изменим весь мир и сделаем его таким, каким захотим. Я и Слоун, вот так-то, доктор Дарлинг, вам мне больше не нужны. Вы мне больше не нужны.
Любовь, секс и оперировал все эти примитивные устремления. Мои отвалившиеся гениталии могут оставаться на месте в банке, в ящике стола. Я о них больше не задаю. Можно подумать, Богу нужны яйца. Группа Омега. Для тех, кто числится посреди лучших бойцов, умереть за родину значит воскреснуть в теле супербойца киберсолдат. Вместе с новой жизнью вы получите умение убивать сотни способов самых смертоносных игрушек. Да-да-да. Сюда я прочитала, все. А тут что не прочитано. Солдатами. Окей. Мне нельзя бегать, потому что где-то дракон, который больше динозавр, чем дракон. Хорошо. А это что за синяя дрянь? Что за херня? Ага. Здравствуйте. Они жуткие. Надо убегать. Топи! Топи! Доктор Дарлинг упоминала их плохое зрение. Советую пригнуться. Они излучают биорадиацию. Сканер откалиброван. Он сообщит об их приближении. Приятного аппетита. Вот так. Давай ешь. Молодец. Не на что тут смотреть. Он специально идет в ту сторону, да? Это что еще за хрень такая? У них очень развито обоняние. Брошенное киберсердце может отвлечь дракона. А, вот для чего киберсердце. Приглянитесь, а то дракона услышат. Задача. Идите к наблюдательному пункту. Стоит собрать побольше киберсердец. Так у нас нормально все с киберсердцами. Захват базы. Я тут как у себя дома. Помните, щит защищает от самих драконов, но против их термоядерных лазеров не выстоит. Против чего? Эй, чтоб тебе. Напоминаю, бросайте киберсердца в отмеченные точки. Что ты врешь? У меня не столько киберсердец. Ням-ням-ням. Пас. Я могу помогать? А нет. Твою мать.
Омега. Я же здесь без разрешения. Нет, они собирают всех специалистов. Тогда бегите. Нет, если хотите убить Слоуна. Захватите базы и снаряжение. В бункере обнаружено доступное оружие. Возьму на память. Задача. Включить киберзрение и отметить всех бойцов противника. Ага, киберзрение. Задача. Есть несколько способов освободить базу. Можно убить всех врагов на ее территории, заманить туда дракона или же отключить мега-щиты. Это сразу же привлечет к базе всех окрестных драконов. Да, а еще можно... Да твою ж мать, Ком, заткнись. Что хочу, то и делаю. Есть. Да, да, учтите, есть два способа отключить мега-щиты. С пульта управления или прямо у генератора. Кстати, его можно и взорвать. Бла-бла-бла, убить, бла-бла-бла. Мы не попадем, я не умею с лука стрелять. И у него вообще прицел. Ясно. Значит, пойдем отключим. Какая. Чем я все это время сердца собирала? Игра издевалась надо мной, да? Понятно. Один? Почему она мне дает только один нести? Серьезно? Да. Веселуха, конечно. А, нет, 4. У меня их 4 сердца. А было миллиард. Сейчас я сердце покину. Док, вы там как, целы? Да. Крови скоро будет очень много. О, все прямо точь в точь, как я люблю. Так, если отключить эту лазерную хрень, придут драконы? Да, отличный план. Как отключить? А, надо взорвать. А как взять? 4. Ага. Отлично. Все, взрываем. Что ты делаешь? Как взорвать? Мега-щиты базы отключены. Тревога. Мега-щиты базы отключены. Эх, он не допрыгивает. Добраться. Где здесь? Добраться было. Ага. У-ху. Проблемки с динозавриком. Меня-то оставь в покое.
Динозавр сейчас подкрепление мне разберет. Ему надо в грудь съесть, это я знаю. Вот это прокол. Так. Яблочко. Напоминаю, киберсердца могут выманить дракона с базы. А можно я просто убью? Попробую парочку. Его еще кто-то стреляет. Дурачок, что ли? Ой-ой. А, он почти мертв. Как он так... На таком расстоянии не должен меня трогать. О, дракон, так его почти убили. Включаю мегащит. А, это наш ученый. Ой. Кажется, все в порядке, сержант. Пора нам встретиться. Дайте координаты, и я выдвигаюсь. Координаты получены. Задача – встретиться с доктором Элизабет Дарлинг. Хорошо. Сейчас с ней встретимся и закончим. Тук-тук. Задача выполнена. Все в порядке? А, да, спасибо. Что это за твари? Возможно, реликты мелового периода. Мы зовем их кровавыми драконами. Это ж динозавры. Слоун пил их кровь, и она усилила его киберсоставляющую. Он пил их кровь? Вы шутите? Нет, сержант. Это была бы неудачная шутка. Кровь сделала Слоуна намного сильнее. И уродливее. А зачем вы помогаете Слоуну? И зачем ему ракета? Не так быстро, сержант. С их помощью мы испытывали боеголовки с кровью драконов. Их? Есть еще красные копья? Сколько? Не знаю. Много. Думаю, Слоуну надоели эти испытания. Не хочу даже вспоминать, что эта дрянь делает с людьми. Поэтому он дезертировал? Слоун спятил еще раньше, сержант. Теперь у него есть ракеты, и одному богу известно, что он задумал. Что в шприце, док? Сила. Вы станете похожи на Слоуна. Только обойдется без побочных эффектов. Нет, док. Не надо. Я дал клятву одной женщине. Своей? Жене? Нет. Это завет свободы. Побеждай без наркотиков. Ладно так. У Слоуна три секретных объекта. Все крайне важны для его операции. Отправляю координаты. Свяжитесь со мной, когда будете там. Я сообщу подробности. Сделаю, док. А как же вы? Вы в безопасности? Ну, пока Слоун не знает, что я с вами. Удачи. Чао. Используйте укрытие, чтобы укрываться. Они здесь? Кто они? После освобождения базы открывается дополнительное задание в зале приключений. Спаси заложника, путь хищника, понятно. Оправдаем надежды фанаты. Вперед! Да подожди ты. Надо взять, что тут есть.
пистолет. О, все, что было. Трамбовик. Ага. Ага. Сердечки не забыть. Так, надо выйти на улицу. Типа лук, либо вот эту взять, да? Что это? Ага. А где? Чемодан. Чемодан, чемодан, чемодан. Чемодан. Дайте мне чемодан. Он внизу. Чемодан. Чемодан, чемодан, чемодан. И где он? Так. Икра, куда я отправлюсь? Мне нужен чемодан. Ты не хочешь мне его давать? Его нельзя использовать? Это машина. Ну не прямо же мне идти на это задание. И чемодан. Сундук это или что? И почему не дают деньги тратить? Я не уйду без чемодана. Мне же все равно уже заканчивать надо. Разбрасывать деньгами, гранатами. Тише. А чемодан? Ладно. Ага. Цель... Миссии. Спасти заложника. Спасти ученого, перебив всех солдат Омеги. В зоне задания будьте осторожны. Если вас заметят, ученый будет еще более мертв, чем рок-н-ролл. И как далеко? Здесь нет драконов, нигде. Ну, сейчас попробуем. О. Бежим, бежим, бежим. Перебейте киберсолдат группы Омега тихо, иначе они сами перебьют заложников. А динозавры это тихо? Нету.
И как и выманивать, да, надо? А, на что там выманивать? Нет, это сердца, положи на место, да? Давай, давай. Откуда ты Рекс сейчас призвал? Нет их нигде. Как бросать? Ага, на Т. Ничего не слышно, что ли? Заложник в опасности. Спасите киберботана. Киберботана. То есть могла бы просто притихить, перебить. Тихо. Ой, понятно. Можно просто ворваться, всех убить, пока они не убили заложника. Окей. Давай, я согласна. Быстренько. Группа Омега тихо. Иначе они сами перебьют заложников. И чё? Защитите заложника, пока его насмерть не пристрелили. Где заложник? А денег хранят его. Забирал именно. Есть время поговорить? Да, есть. Ты сделал доброе дело, спас Кеня. Кого, тебя что ли? Ты эти головы. Когда Слоун обещал вернуть Книжские острова, я думал. Чтобы использовать систему мгновенного перемещения Кобаяси, откройте карту. Выберите освобожденную базу и нажмите соответствующие кнопки. Кобаяси. 85% точности и всего 10% генной деградации. Хорошо, хорошо. Супер. Да не хочу я туда переходить. Ой, сколько животных. Взяли меня и вернули. Как и положено, хорошо, хорошо. Ага. Сильные задания – это источник приспособлений и кредитов. Загляните в магазин. Пушка – лучшая защита, особенно здоровенная. Патроны заканчиваются раньше, чем враги? Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе. Ого, ты бежал. И купить все, что нужно. Ладно, я еще буду ж мимо пробегать. Вообще на этом я и закончу сейчас. Ага. Предлагаешь мне что-то сделать? Ладно, ладно, говорила. Я не умею с ним стрелять. Почему невозможно? Ага. Понятно.
Освобождайте базы, получайте доступ к магазинам, новым заданиям и точкам мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас счастливой машиной смерти. Угу. Сохранение. Меня где-то обманывают. Ты сама себя не сделала. Кроме на работу. Там было сохранение, поэтому... На этом мы закончим. Но это, конечно... Надеюсь, звук будет терпимый. Вот. Все. Могу делать окопа. Все, пока.